Добрый день, уважаемые учащиеся! Тема нашего урока – астрономия, наука о Вселенной. Цели обучения – понимать основную информацию, определяя тему, цель или назначение текста, излагать подробно содержание текста на основе прослушанного, прочитанного или аудиовизуального материала. Сегодня на уроке речь пойдет о науке, изучающей Вселенную, АЛЕМ. Ознакомимся с ключевыми словами темы: Вселенная, АЛЕМ, звезда, планета, спутник, астрономия, Пифагор, галактика. Со словом «спутник» составим словосочетание: интересный спутник, веселый спутник, естественный спутник, общительный спутник, спутник Земли. И сделаем вывод, что словосочетание более точно называет предмет, чем слово. Что же такое словосочетание? Словосочетание «сёстрикесе». Словосочетание состоит из двух частей – главной и зависимой части. Зависимое слово связывается с главным по смыслу и грамматически. Смысловая связь устанавливается по вопросам, которые ставятся от главного к зависимому. Грамматическая связь выражается с помощью окончания и перевода. На письме главное слово выделяется так. От главного к зависимому задается вопрос, который записывается над стрелкой. Например, искусственный спутник. Главное слово «спутник». Спутник какой? Искусственный. Прилагательное плюс существительное. Искусственного спутника. Главное слово спутника. Спутника какого? Искусственного. Тоже прилагательное плюс существительное. Атмосфера Земли. Главное слово «атмосфера». Атмосфера чего? Земли. Здесь существительное плюс существительное. В данных случаях грамматическая связь выражается окончанием. Важно помнить, в словосочетании должно быть не менее двух слов. Оба слова являются самостоятельными частями речи. Может быть прилагательное плюс существительное, существительное плюс существительное, глагол плюс существительное, местоимение плюс существительное, наречие плюс глагол. Второе правило. В словосочетании одно самостоятельное слово должно подчинять себе другое. Здесь преобладает подчинительная связь. Не является словосочетанием грамматическая основа предложения. Фразеологизмы, повторы не являются словосочетанием. Прослушайте текст. Астрономия – одна из самых древних наук на Земле. Она изучает планеты, звезды и галактики, которые образуют Вселенную. Важный вклад в развитие астрономии и изучение небесных светил внесли древнегреческие ученые. Пифагор первым предположил, что наша планета имеет форму шара. Древние астрономы наблюдали движение Солнца, Луны и звезд, чтобы придерживаться правильного хода времени и смены времен года. Современные астрономы наблюдают за звездным небом с помощью телескопов. Важный инструмент астрономов – компьютер. Задание к тексту. Первое. Озаглавьте текст. Сформулируйте основную мысль текста. Третье. Ответьте на вопросы. Что изучает астрономия? С помощью чего ведут наблюдения? Что означает слово «планета»? Движение чего наблюдали древние астрономы? Важный инструмент астрономов. Четвертое. Выпишите ключевые слова и составьте с ними словосочетание, обозначив главное и зависимое слово. Образец. Древняя. Какая наука? Прилагательное плюс существительное. В качестве закрепления домашнее задание. Составьте синквейн к слову «астрономия». Упражнение 5, страница 132.